Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Boron Play, и мы продолжаем проходить медаль Honor Passive Assault. Прошли мы по реке, отстрелили снайперов, идем к их деревне. Оставив реку позади, мы направились на запад, к маленькой деревушке, где по расчетам сержанта были японцы. Мы месили грязь несколько дней подряд. Поспать не удавалось никому. Я начал задумываться, что убьет меня раньше, вражеская пуля или джунгли? Джунгли. Всем слушать меня! В деревне за этими холмами стоят японские пушки, которые регулярно лупят по нашему аэродрому. Надеюсь, всем ясно, задача не из легких. Япошки будут держаться за эти позиции зубами! Да, мне совсем не улыбается рассылать похоронки вашим родным и близким. Так что будьте начеку и берегите себя. Ясно? Так да, точно. Сэр, ясно. Отлично, есть, сэр. Диверсанты. Пойдем неплотной колонной. Вперед. Ну что ж, идем вперед. Эй, ложись! Там патруль впереди. Тревога, парни! Вон они! Идут! Внимание! Они наступают! Чего нарисовали? Они отступают! Они отступают! Вижу одного! Вперед! Вперед! Идем! Пошли, пошли! Идем! Вперед! Ух ты, еще лезут. Заградительный огонь! Вперед, ребята! Вперед! Стойте! Идут! Внимание! Вижу противника! Походу, я их уделал. Хорош патроны тратить! Все уже! Это все! Мне кажется, впереди еще будут, наверное. Деревня прямо перед нами. Так, теперь слушайте. Наша главная задача — разобраться с артиллерией. Но в этом районе могут быть наши. Мы потеряли здесь несколько патрулей. Возможно, кто-то из ребят выжил и попал в плен. Разумеется, нас не затем сюда послали. Разумеется. Но морпехи своих не бросают. Ну, за дело. Вперед. Вперед, друзья, вперед. Морпехи своих не бросают. Ух ты, ни хрена. Джим, ты где? Давай, подавай. Японцы! Осторожней, Том! Винтов осталось всего на 3 привязки. Осторожней! Вон там! Готово! Ну, в порядке, Том! Внимание, противник! Я ухожу! Ну-ка, посмотрим! Идем дальше! Покажем им! Там оттуда второй сел тоже. Я ранен! Осторожно, неприятно! Сейчас свадьба заживет! Винтов осталось на 2 перевязки, будь осторожен. Граната! Ну вот и все.
Неужели, бля? Ну, что там у нас? Косоглазые засели тут, бля. Нифига, ну, у бункер, бля. Посмотрим. Что-то какие-то прям. Кончится, береги себя, друг. Жесткие пушки, бля, стреляют только путь, бля. Всего-то царапина. Это понятно. Блин, жалко, меч нельзя взять. Бля, там что в деревне гнило. Да их там много, блин, пипец. Граната! Держись, приятель! Вон они! Следите за боезапасом! За подкрепление побежал! Вали его! Заряжаю! Прикройте! Прикрой пока! Выходим! Вперед, ребята! Эй, Томми, мы с тобой! Вали его, ребята! Живи, береги! Так, отлично. Захватить деревню. Ну. Пу-пу-пу. Мы захватываем тихонько. Так, а это что нам лучше? Может, их того взять? Если у них хорошо с боезапасом. Ну что, парни, пошли дальше? Томми, мы за тобой! Сука, япошка убежал бы. Внимание, японцы! Берегите себя, ребята. Бинтов у меня мало.
опять как засаду нарвемся в джунглях. Они атакуют! Вперед, ребята! Пошли, пошли. Вперед! 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 Томми! Вперед! Опасность! Иду! Это все! Тут косоглазок на каждом шагу, блин. Никаких-то важных документов нету. Так, надо было подлечиться. Помоги мне, док! Держись, морпех! Еще три ранения, и бинты кончатся. Всего-то царапина. Да! Неплохо стрелять. Пошли, пошли! Парни, дайте залезть, блядь. Они нас окружают! Они окружают! Они меч! Они отходят нас! Идем дальше! Молодец, Томми! Ну-ка посмотрим. Давай, давай, поднимай вот так. Мы пока прикроем. Я выхожу! Тут деревушка, ну, на деревушке прям. Пошли дальше. Отлично, Томми! Я под огнем! Выходим! Вперед! Как обезьяны тут пустят. Тише, так. Магазин пуст! Вали его, ребята! Вот тебе! Славный выстрел!
все. Ну, вроде как все. На, походу, надо дальше продвигаться. Так, парни, давайте. Не хромаем, вперед. Так, эй, номер... Салли! Держись, Морфей! Выручай! Здоровье поправить после этого боя бы. Бинтов осталось на две перевязки, будь осторожен. Хорошо. Я и так ставить могу. Готово! Нам еще выбрать главную деревушку брать. А девушку мы взяли, да? Очистить долину от японских солдат. Какую пещерку? Тут пещерка есть? А, что, давай посмотрим. Давай, давай, заряжай, заряжай. Банзай тебе, бля. И снайперка. Там тут только снайперку если брать. Я не любитель этих снайперов. Скрыто уничтожить японскую радиостанцию. Уничтожили? Награде отглядишь за это. Такие тут всякие скрытые миссии есть прикольные в этой игре, как бы. Внимание, противник! Сверху, сверху! Куда ты там побежал, блядь? Одного на башне. Заряжаю, ты где? Ранен! Вверху, он на башне! Они в башне! Врача! Он там, смотри, вверху, он на так, башне! Так, побежал я за снайпер, короче, я понял, он здесь. Держись, приятель! Он на башне! Через нее так не пройти, бля. Сейм, хал, сейм. Наверху в башне! Пошли, пошли обратно. Надо отбить. Где он? Вверху, он на башне! Томми ушел вперед! За ним!
Там уже назад сходил, блин. За стопинками. КБ запалил все. Вон он, вижу! Осторожней! Ну-ка, посмотри! В башне! Вижу! Вверху! Он на башне! Ну все, можешь вставать! Внимание! Да не японцы! Держись, морпех! В башне японцы! Битвы кончились! Осторожней в бою! Осторожней! Один в башне! Готово! Секунду! Ты меня слышишь? Бля, ребят, садись, садись, блин. Бей узкоглазого! Наверху, в башне! Ну все, ты в норме. Вон он! Вверху, он на башне! Стоп! Стоп, не могу помочь! Они в башне! Они в башне! Ты меня слышишь? Блин, там пулемет, там пулемет, что ли? Проверь ту башню. Как прорваться-то, блин? Башни японцы! Что они, блядь, появляются так? Что с тебе делать-то? Тут и снайпер особо не помогает, блин. Так. Но она по-любому мне нужна. Мы с тобой, Томми! Иначе вообще не прорвемся. Билли ранен! Надо было, конечно, сразу ее брать. Японец в башне! Да понятно, что он в башне. Да пипец, и сразу срубили, а? Противник, сверху! Артерицы ложить будешь. Проверь ту башню. Держись, приятель. Да какую ту башню-то, блин? Там пулемет не дает, ничего сделать. Вижу одного на башне. Винтов осталось на одну перевязку. Не могу выбраться. Проверь ту башню. Думаю, этого хватит. Ну, что там у нас? Черт, я уж думал, тебе крышка. Проверь ту башню.
же оделся этот узкоглазый? А, вон там! Тони, следи за башней! Они сверху! Эй, парень, брось в него гранату! Фрэнк! Ну и что там у нас? Томми, займись за башней! Док, у нас раненый! Там! Да они все бегут и бегут, да? Граната! Граната, ложи в башни! Они нас угробят! Ну, здесь наконец-то. Да. Посмотрим. Держись, приятель. Так, нам дальше поход, да? Ребят, я устал как собака. Может, привал? Да, согласен. Привал — это хоть вещь хорошая. Предлагаю, ребят, на этом прерваться. Продолжение будет в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч. Не забываем подписываться на канал, нажимай колокольчик. Всем пока-пока.